Tedy nago ubrzała szynka. Nago. Miki поняла, что снимаются. Это кошмар. Что там на карнизе? А? Шломи? Ой, шломи. Мюнхен. Быстро слезь оттуда. А что здесь у нас творится? Шломи. Шломи, ты понимаешь, все попугаи ушли наверх. И получается, Терри некого воспитывать. Он решил взять, она решила взяться за тебя. Люция, прекрати кушать. Тут прямо едоков столько, что как... Поти-поти-поти-поти, самый маленький пёсик. Так он уже такой большой, что ужас. Ужас. Ох. Ну, если вы думаете, что его обижают, он просто вырастет самый боевой пес. Получит школу воспитания, школу вовремя поесть, потому что съедят. Ой, девицы там уже что-то разбираются между собой. Люция... Эй, что ты смотришь на попугая? Собаки просят сисю. Терри гипнотизирует. Терри, а ничего, что задние щенки хотят кушать? Потому что у них... Люция! Его эта тарелка котячья, щенячья, манит Люцию. Пока они повырастают, я думаю, Люция станет как Марсель. Супер бочкой. Кто чужой родом заскочил? Кто? Кристина, выходи с клетки. Тут Терри скучно. Терри, неким заняться, да? Люция! Ужас, как ее вот эта тарелка гипнотизирует страшно. Мало того, что здесь корм усиленного питания для кормящих ребят. О, наконец-то кто-то спустился. Сейчас Мюнхен скажет свои 5 копеек. Боже, как у нас весело, это кошмар. Мюнхен, мне кажется, он хочет играться с котятами и щенками. Терри стоит караулит попугай, когда она выйдет из клетки. А она не собирается. Может, сейчас увидит, откуда я знаю. А Мюнхен? Что делает Мюнхен наш? Где-то. Мюнхен. Мюнхен. А кто игрушку уже там отвязал?
Тут была игрушка, опять нету. Я каждый раз привязываю ее, каждый раз отвязываю. Медвин, ты отвязываешь? Ну, Терри, Терри, иди, он уже выскочил. Иди, попугай уже вышел. Ну, что ты теперь тут сидишь, Терри? Ты же хотела попугая вложить. Пока они тут выползали вверх. Так, а ну тихо, тихо, никто не шумит. Еще одна поедательница корма. Поедательница. Это Чарли. Чарли. Люция, тебе точно нельзя. Люция, посмотри, ты уже бочкой становишься. Ну, красиво столько кушать. Вот такой веселый день.